Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Resident Evil 2 Remake. И мы продолжаем обследовать полицейский участок. И в этой серии мы должны впервые спуститься в подвал. По крайней мере, должны. Для этой цели нам нужно забрать последний значок. Ты где сейчас? Он где? Бля, здравствуйте. Я успею добежать. Фу, все, спрятались. Спрятались. Так, вот тут туда ушел. Так, он где-то вот здесь уже. Ага. Все, быстро, 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 быстро поднимаемся. Быстро поднимаемся. Как вы помните, что для того, чтобы зайти в подвал, нужно собрать все три медальки. Все три медальки нужно собрать. Третья медалька находится вот здесь вот. Осталось только взорвать и быстро-быстро добежать до места. Так, ну я надеюсь, что я смогу. Ну, готовы? Я надеюсь, мне это просто так задело. Так. Козёл, скрипка, птица. Птица. Всё, взяли. А теперь нужно улететь. Так, окей, хорошо.
Все, теперь аккуратно идем. Теперь ходим аккуратно. На третьем этаже мы вроде все сделали. Да, все, она синяя стала. Так, ладно. Сначала аптечка у нас есть. Блин, я надеюсь, что мы ее особо не задела. Что ее не слабо приложила. Я надеюсь на это. Ёпта, я сюда зайду. Вот где он сейчас ходит, а? Так, все, пошли. У нас все три медальки есть. Это хорошо. Аптечка также есть, патроны есть. Хоть какие-то. На автомат тоже есть патроны. Он где-то наверху. Окей. Или нет? Блин, не понимал, он где-то вот там вверху, вот где-то он точно где-то здесь. Или он вот тут вот за стенкой или выше. Ага, он дверь открыл. На втором этаже есть двери? Здесь. Да, в душевую. Так, окей, хорошо. Через западные офисы. Все, вставляем. Раз. Два. В теории, как только мы зайдем, она должна захлопнуться, а там внизу должна быть сохраняка, должна быть. Там должна быть сохранялка, как я знаю. Так, два срочно сохранимся. Все. А, блин, это фиговина, это не закрывается. Я немножечко опечален таким развитием событий. Так, а тут у нас гранатометы лежат. Вы же знаете, что будет там? Что сейчас должен прийти вот этот? Там был босс. Вот после этого момента. Так что давай-ка лучше возьмем полное обмундирование. Пулемет, патроны к нему, пистолет и гранатометы. Пускай будет.
Потому что я знаю, что это здесь было, было где-то, где-то здесь была первая встреча с Биркиным. Так, ну по здоровью у нас пока все еще нормально. Все, вниз. Не, возьми пока вот простой револьвер. И еще. И еще. Подними-кась, я, кажется, понял. Помните, вниз, самом низу, тазу, там было специальное оружие? Я, кажется, понял, как его открыть. Так, вот он, электронный USB-ключи. Я, кажется, знаю, как его там его можно открыть. На, вперед. Все, здесь можно немножечко напробежаться. Ему будет сюда сложно добраться. Так, это нам нужно ниже, получается. Ага, вот она. Я про вот про это место говорю. Смысле? А что еще нужно? Я думал, этого достаточно. Или вы нужно вот так сделать? А, ну да. И что это? Это глушитель МКУ. И на куда он идет? На что он цепляется? Он цепляется то на УЗИ. Так, зато он тебя за этот делает. Теперь он две ячейки нам входит. Так, граната. Так, она все уже не нужен, уже галочка поставлена. Выбрасывай. Все, мы все сделали, все поставили. Ну что ж, я более-менее вооружен. Можно сохранить, кстати. Можно, кстати, сохраниться. Так, ну нормально, я тут уже вооружился, уже очень даже красиво. Я тут уже нормально, хорошо вооружен. И меня уж так просто уже не возьмешь. Так, а наверх она так и не закрылась, да, в отличие от Леона. В отличие от Леона, тут все открыто. Так, ну ладно, пошли. На четверочку револьверчик армейский. И пошли. Так, а вот тут этот хер пробежал, да? Ага. А он не пробежал.
Ну что ж, получается, нам нужно еще раз с ним встретиться в битве. Кажется, нам придется еще раз с ним встретиться. Так, а тут у нас тупо ничего нету, да, типа? Сохранение мы сделали. Вооружиться мы вооружились. Ну, что ж, готовы? Ко второй встрече с первым Биркиным. А, у нее так просто не получится, да? Подождите, это что-то новенькое. Дев мелкая какая-то вылезла. Ну да. Битва. Здравствуйте, Биркин. А я думал, я уже думал, мы с тобой не встретимся. Ну и у нас гранатомет, если это более мощное оружие, пошли. Так, давай изучим местность. Где можно делать круги? Делать круги можно вот тут вот. Где спак? Вот сюда. Ну, Биркин, ты готов? О, как побежал вот тут. Радостный какой, веселый. Какой интересный, веселый мудачило. Да я вижу, сейчас подгорит. О, глазик. Да, понятно. Ты очень-очень хороший. Тихо. Нужно вот не пропускать ей. Уйдите от меня, пожалуйста. Я так по кругам и буду бегать, я уже в курсе. Ёп, да хорезон то так бегает тут это. Вот мразота бегает за мной. Перезаряди. Так, да не тот. Ёпта. Не надо на мне тут махать свою. Так, может еще один заряд. Чуть мне кажется, особенно на него особо это не действует. Уймись. Yeah.
Ай, промахнулся, это я немножечко не туда ушел. Нож. А, не успел нож. Так, ну ладно, два аптечку. Использовать. И гранату давай. Сейчас влепим его. Че, радости много уже, да? Победили. На этот раз все получилось легче. Несколько залпов с гранатометов свое дело сделали. Все, дохни там внизу где-нибудь. А че он так долго думал, что нападает на нас или нет? За нами там это, он так тихо подошел, так вежливо подошел так к нам. It's safe now. It's over. Are you sure? А точно, он там все уже упал далеко-далеко. Встретится он с нами только после того, как Ада в мусорку попадет и ножку себе проколет. Блин, мы уже, Леон же с него уже побеждал уже. Леон уже его угандошивал уже. Чё он вернулся-то? Тут вообще-то тупо другая альтернативная эта версия всего. Вообще всего-всего альтернативная версия. Так, ладно, перезаряди. Так, здесь перезаряжать некого. Здесь тоже потом. Ну да, по патронам тут все плохо, все бедно. Ну, однако мы у вас очень много что это. Так, патроны здесь нашли, окей, хорошо. Так, осматриваем. Очень много чего потеряли мы за этот бой. Так, красная травка. Еще патроны, партия. На револьвер немножко потери восполнили. Так, и вот тут у нас тупик был. Еще одна зеленая. Аптечку можно скомбинировать. Так, еще патроны. Уже нормально. На револьвер уже очень много. Так, все синее. Окей. Сразу комбинируем, чтобы место больше было. Комбинируем только и только с красными, как вы помните. Все, молодцы, здесь нам синее стало. Нормально мы тут с ним битву. Он нас только один раз ударил, я в любом случае аптечку потратил. Так, тут у нас что? Порох. Подожди, а тут. Ладно, бери. Я надеюсь, тут больше особо ничего не будет. Да, синее. И там синее стало, и тут синее. Все нормально. Все хорошо. Так, а то нас нам сейчас вот эту фиговину по этому. Что никак, вот нажимаешь рычаг, это нам передвигает. Да ладно. Амбрелла?
pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. А можно твою фамилию узнать, а? Амбрелла, Амбрелла лекарство делает здесь, ага. В лаборатории Несты. Как я понимаю, да? Потому что по-другому тут вряд ли будет. So, where is your dad? He, worked with my mom, but he's gone. Wow. Both of my parents are gone, and it's just me and my brother. Oh, I'm sorry. Don't be. Means we've got something in... Wow. Подсумок. Еще один. Блин, в Несту занимались только двумя проектами. Там был образцы Т-вируса, был Биркин занимался Г-вирусом, и была еще оранжерея, где занимались и выращивали какую-то херь. И больше ничего там особо такого не было. Так, вот это убери пока. И вот это убери. Так, патроны на этот у нас нету. А у нас сколько белого так пороха? Раз. Два. Три. Ага, то есть три. Так, ну окей, пускай так будет. Пускай. Аптечка, патроны, револьвер. Все хорошо. Все, сохраняемся. Блин, вот это вот у нас тут такого не было. Какой-то новый этот появился. Пошли. Так, блин, как ее зовут ее? Маму и папу. Вот я вот стопудово думаю, что вот это она не просто болванчик. Простой, самый, что не... Она как-то связана с сюжетом основным. Очень-очень сильно связана, я думаю. Так, insert card. Damn it. Need a key card. Которая есть вот в тюрьме. И опять что-то нам нужно эту будто открывать позаново. Мы с Леоном это делали, и тут ты, Натя, и все заново. А ты кто? Sherry, tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie. Ты кто? Okay, ты кто такой? You tie her up now, or she dies. What's this all about? Child endangerment, for starters. Sherry, come here. Так, нет, нам, как я понимаю, нам не придется бегать и по подвалам. Claire. Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please!
Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! А нет, придется все-таки. А я думал, я надеялся, что на этого избежать. А я уж думал этого избежать. Так. Ты подобрала этот... Может, там что-то есть? Посмотри. Блин, опять парковка. Блин, опять и туда, идти, там, здесь. Опять все по-старому. Только на этот раз еще и этот мудак еще ходит. Ну, я надеюсь, он сюда не пойдет. Я надеюсь, что в этот раз он пока тут еще задержится. Так, ну я знаю, где она находится. Я знаю, где находится эта ключ-карта. Так, зеленая. Комната управления лифтом. Леон? Так. Буба. Отдельный лифт, ведущий в кабинет шефа, не для общего пользования. Подожди, а это место я вроде не помню. Вестник Ракун Сити, июнь. Внимание, герой Ракун Сити. Кто кого боится, но уважает весь город. Ответ должен быть очевиден любому жителю нашего прекрасного мегаполиса. Верно. Шефа полиции Брайана Айронса. Человека, от одного упоминания о котором у преступников трясутся коленки. Из сурового отца, любящего всех наших грешников. Шеф Айронс известен своей благотворительной деятельностью, в том числе и щедрыми пожертвованиями приюту, помощью пострадавшим женщинам, меценатством, защитой животных. Долгий список, короче. Но отдыхает ли наш герой когда-либо? Город, моя семья, я лишь делаю то, что должен. Вот какой ответ делает сам шеф Айронс, улыбаясь. Это шеф полиции, да? Самый главный мент. Это самый главный мент. Самый главный в этом здании. Бубновая дверь, бубновая. У нас какие ключи есть? Ну-ка, давай спустимся. Блин, а там вроде не было, там ничего вроде интересного не было, я что-то забыл уже. Что-то я, блин, нет, не помню. Да у нас есть вот такой. И все, а у нас и больше ключей нет. Грифовые ключи у нас. Грифовые находятся в котельной. А где находится бубновый, я чуть не особо помню. Или он где-то здесь находится? Что-то я уже забыл, уже не помню. Так, давай сохранимся тогда. Давай сохранимся и побежали.
Ну-ка. Все, вперед. Блин, опять нам нужно собирать все эти вещи. Опять тут туда идти, тут здесь пройти. Ключ-карта находится в тюрьме, это я помню. Вот где находится Бубнова, это чуть не это. Опять питомники, опять собаки. Это, блин, все очень плохо. Это все очень опять плохо. Да я не туда нажал. Там ключи должны находиться, да. Так, а сообщение от енота. Бубновая дверь. Так, патроны на гранатомет есть. Все, это синее. Блин, бубновая дверь. Где у нас находится бубновый ключи? По карте. Ну-ка, где он вообще? Где мы еще не видели? Первый этаж вообще весь абсолютно почти. Здесь у нас находится трифовая ключ. Библиотека нет, прачечная, буба, душевая, сейф. Тоже нету. Получается, где-то здесь будет. Где-то здесь будет. Это она откроется тем, что нам там нужно питание включить. Окей. Так, давай вернемся, положим. Положим заряды на гранатометы. Блин, если собаки прибегут, то все, то это плохо будет. Очень сильно. Потому что... В прошлый раз у нас дробовик был. Один раз подошел, один раз выстрелил. А тут все, а тут будет беда. Тут беда будет. Тут будет беда. Так, ну места у меня вроде хватает. Места у меня очень даже сильно. Я смогу туда запихать и то, и все, и это. Так, мы пошли. Пока тут никого не будет. Сплюнул. Каркнул. Лизун. Зачем я вот про это сказал? А я в который раз? Сначала вот тогда вот с тираном. Подумал, что я ничего, пока тут еще пройдусь, там еще здесь пройдусь. А не, он тут же прошел. Теперь лизун. Собак не будет, я уже понял. Собак не будет. Будет вот такая вот живность. Так что главное не шуметь. Питомник. Главное не шуметь, ну да ладно. Пускай лучше они, чем кто-то другой.
Протокол вскрытия Джастина Хансона. Так, ну ладно, хотя бы тебя разобрали. Так, цветочек возьми. Не просто окажется красный. Так, таракашки, это неинтересно. Пусто. Пусто. Ну, блин, тут там будет еще один встанет, только там, где этот. Так, тут трупак, я в курсе. Ну, я все-таки обратно затолкаю. Так, понятно. Ты просто пугаешь. Так, не, ничего нету. Ну, я все равно тебя запихаю. Пусто. Так, вот ты встанешь, ты встанешь, я в курсе. Но тебя можно убежать. Теперь нужно до конца засовывать. Ну, Буба. Все, и... Окей. Лежи там. Лежит там, я не против. Так, а тут нужна крутилка. Ладно, окей. Заодно сразу и отнесем. Там откроем. Бля, ты чё здесь встал-то? Тебе заняться было нечем. Чё? Не понравилось, да? Что я твой покой нарушил? Какие у тебя когтищи всё-таки, а? Все, обвернулся он к поеданию. Так, вот гаденыш, как мне мимо него пройти? А, все. Порох белый. И вышли. Все, молодцы, синие. Нон. Не паникуем, все нормально, все тихо. И пошли они на три буквы. В любом случае, это как более-менее более комфортабельно, чем собакин. Кусь-кусь.
которой я очень много времени Подожди. Ёп, да че я тут Че я кругами, круги тут делаю? Какой там нам нужно? Там вот такой рычаг, да, типа? Блин, где он находится-то? Где находится этот рычаг-то? Так, ушел от мразота. Так, а где второй? А, второй вон он висит. Все, до свидания, до свидания. Беги. Блин, очень нормально так дверку нашел. Пленка еще одна. Тут пусто. Все, поддавитесь нахер, вы это все того мне еще есть. А в смысле, я уже ушел, аккуратно. Я же аккуратно шел. Или если они могут хоть немножечко пробегу, все они знают и. Они тупо знают уже после этого момента. Хоть ходи, хоть не ходи, да, типа. Их надо не тревожить, уже с самого начала их нельзя тревожить, получается. Не тревожим их с самого начала. Тупо, если мы их потревожили, то это все же. Ладно. Вон. Где ты был-то, кстати, интересно. Я хочу знать. В какую сторону ты там полез, что я тебя не увидел? Так, а тут у нас было. Порох. Так, и второй у нас там находится. Все, синее. Просто не беспокоим местных жителей и уходим. Просто не беспокоим. Так, какой у нас тут было? Так, вот он. Один. Ах ты мразота конченый. Ты бестолковый вообще без это, да? Да, еще и ты встань. Встал! Ugh!
Все, до свидания. А смысл, что-то еще было? Не, подожди, подожди, я что-то ни хера не понял, в смысле? Я что-то ни хера не понял. Это когда, в смысле, почему? Тут же было только два предмета, все лишь. С какого перепугу вы мне еще партию добавили? Тут же ничего кроме больше не, и не было. Тут было только раз-два. Ключ и цветок. О, блин, появилась новая проблема. Это. Момент такой. У меня игра вылетела. Блин, подвал, мне кажется, что в прошлый раз, ну... Что тогда, то что сейчас. Он тупо это... Очень сильно... Плохо оптимизирован. Так, ну что тут у нас? ЖМП. 13. А какие патроны он использует? Блин. Это револьвер, но он использует разные патроны, а какие конкретные, я не знаю. 9 миллиметров. Амболь мощный? Лидер по огнемощи. Это хорошо. Лидеры, это очень-очень даже хорошо. Так, мы пошли. Так, цветок. И больше в этой комнате ничего не было. Так, и наверху один. Так, здесь ничего нету. Это, скорее всего, он там будет. Где-то. Так, ну два, блин, давай еще раз смотрим. Пусто. Как цветок красный. Таракашки. А, возле у кого-то. Было что-то. Да, точно у тебя вот световая была. Все, запихивайся. Ну ёб... Разотка какая. Блин, вот... Thank you.
Все нормально. Теперь ему так просто уже нет. Бери ключ. И убегаем. Все. Так, это можешь выбросить, да. Ну да, да, ключ, ключ. Так, нужно как-то тебя спровоцировать. Не доберешься, не доберешься, я тут уже стою. Нормально. Ну, где ты? Все, ушел. Поздравляю. Ну так, а блин, это осталось такой тут дверь открыть, но у меня рычага пока нету еще. Все, прошли, 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 молодцы. Пускай они там ползут сколько хотят. Плохо. Успели. Успели, молодцы. Сейчас лучше сохраниться. Блин, вот первый раз все прошло вообще нормально. В первый раз, блин, и тот мне не встал, и... Тот не схватил. Так, это у нас остается, это тоже пока выброси, это выброси. Это выброси, это выброси. Сохранись. В первый раз вообще все хорошо получилось. И там крит прошел, и тут крит прошел, и вообще все хорошо прошло. А тут патронов потратили. Целую кучу. И так не убили. Эту абразину, эту мразоту эту. Так, да, начнем, да, посмотрим еще вот про эту. Все, пошли, остановились и пошли помаленечку. Тихо, не беспокоим. Взяли это. Что-то еще есть. Пленка есть. На пленке что написано? Пленка, шкафчик на третьем этаже. Окей. Так, все, пошли, пошли, пошли. Катушина. Пароль на, от шкафчика на третьем этаже. Полезная вещь. Так, ладно, сохраняемся, выкидываем. В любом случае, катушку нам пока не использовать не получится. Девять миллиметров получается, да, вот пистолетика это тут... Это 380 АСР. Так, и этот пятизарядный револьвер пистолет тоже 9 миллиметров. Блин, где мне эти патроны достать? Они пока еще никогда еще не попадались.
Ваши эти. Да, ношу. На всякий случай. И вот это дай. Все. А теперь пошли. Пошли смотреть новые территории, которые Илья как-то не посмотрел. Ее там не было, это тот лифт, не помню. Лифт, который ведет отдельно в кабинет шефа. Так, ну и... Синий цветок. Плечевой упор на пуль на, как я понимаю, на УЗИшку. Кому у кого-то кушать тут есть. Белый порох. Лифт активировать. Почему мы это место никогда не видели? И где мы? Офис шефа. Так, а это что за записка? Не скажешь, не, да. Так, ложи. И мы в офисе шефа. Он, как я вижу, очень хороший охотник. Много чего поймал. И сохранялка есть. Ой, как хорошо-то. Где-то. Где УЗИшка? Не понял. А там можно на гранатомет. Это на гранатомет может быть, а? Ну да, 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 это на гранатомет. Полноценный гранатомет появился. Так, ну в любом случае храни. Так, что тут еще есть? Журнал таксидермиста. Амурский тигр в Хабаровский край. Свинья в Ракун-Сити. Так-то охотник нормальный, везде, много где был. Так, а вот еще записка. Копии электронного письма шефу Айронсу.
В качестве благодарности за вашу постоянную поддержку я внес скромную сумму на ваш счет. Используйте эти средства, как считаете нужным. Полагаю, вы продолжите наблюдать за своими подчиненными, в особенности за теми, кто выжил в особняке. Избавьтесь от них, если необходимо. От мразота. У меня проблемы со штаб-квартирой Амбреллы. Начальство хочет забрать у меня плоды исследований. Но не бойтесь, все скоро закончится. Все просто делайте, как что я говорю, и все будет хорошо. Усильте охрану моей лаборатории. Прикажите дуболомам стрелять по любым подозрительным личностям. Пусть убьет на поражение даже по сотрудникам Амбрелла. Я почти закончил Г и не позволю ни одному ублюдку встать у меня на пути. Уильям Биркин, да? Это переписка между Биркиным и шефом этим. Соберитесь, мать вашу мать, и делайте свою работу. Я же ясно сказал, что чтобы вы усилили охрану в канализации. Вы что, не понимаете, чем я тут занимаюсь? Что же касается денег, вы свои получите, но только тогда, когда я захвачу контроль. Все ясно? И помните, незаменимых нет. Короче говоря, Биркин перечислял денежки шефу. Окей. Так, положи. Вот это. Он много где был, да, как я вижу. Ёпта, а вот и тот самый амурский тигр. Он из них чучело делает. Так, это синяя комната. Ишь ты. Он был личный этой, и он... Ну, как я и говорил... Менты поставлены сюда, чтобы тупо лабораторию охранять. Как бы первая линия защиты. Ну, это понятно. Восточная кладовая. Барельеф. Ну-ка, изучить. Ну да, червовый ключ. Так, что-то еще есть. Блин, у него коллекция просто что до хрена. И тут и какие-то вазы, и какие-то, блин, посудки какая-то. Карта доступа. Ага, то есть там мне не придется спускаться. Мне не придется спускаться туда вот. Окей. Это очень и очень хорошие новости. Это очень и очень прекрасные новости. Все очень плохо, да? Ну, аптечка есть еще. Так, уже... Блин, а трифовый ключ остался найти, да? Трифовый ключ я знаю, где находится. Он находится там, в котельной. Так, убери, пожалуйста, порохи пошли. Все это пока пускай у меня остается. Места мне пока хватает. Блин, ну очень много денежек тут, как я понимаю, берет.
от Биркина за охрану. Так, эта дверь у нас закрыта. Я надеюсь, что это не, пока сюда не придет. Так, ну можно на крышу зайти, можно вниз пойти. Давай вниз. Как хорошо, что я их взял. Сидеть. Так, люди, окей, использовать. Патроны. Переносной сейф. Очень-очень полезная вещь. Сразу два разгадаем. Нет. Нет. Ну, окей. Нет. Нет. Нет, тут получается самое крайнее. Окей, остается три. Нет. Окей, угадал. Угадал. Так, там кнопка лежит. Все, спасибо. Хоть как-то, ну блин, хоть одну кнопочку, ну... Перепрыгивай, быстро. Блин. Вот это было это. Я там все взял? Да, синее, все нормально. Да. Я эту аптечку хотел потратить в другом месте. Спасибо. А что тут конфискации? Где там? Алло, где? Это, блин, второй сейф, типа, да? А, вот, место же, комната ожидания. Все хорошо. Так, порох. Все, здесь тоже синенькое. Трифов. Ну, не, да, бля. Фух, норм. Сиди дальше.
Фух. Сохранись. Так, ну все, получается, нам только наверх нужно идти. Давай сделаем вот что. Сделаем, ну, эту вот комнату с синенькой. Синий сделаем. И вот на этом закончим. Просто хочу увидеть. Так, световая, хорошо. Еще патроны тоже хорошо, синие, нормально. Так, и внизу тоже получается синяя она становится. Нет, подожди, тут еще до сих пор красная. Может тебя убрать? Или она вон отсюда доходит. Ну ладно. Все, на этом давайте закончим. В следующей серии мы что нам нужно сделать? Нам нужно пойти на третий этаж. Восточная кладовая. Балкон. Через балкон там будет трифовые ключи. Или вот тут восточная кладовая, часовая башня. Ручник, ну, на домкрат будет находиться на первом этаже в комнате записи, как я помню. Ну, понятно, все окей, все понятно. Все, план поставили, в следующей серии будем его выполнять. Все, давайте, спасибо за просмотр, с вами был Виктор, всем пока.